Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с протестами вокруг его инаугурации. В личном микроблоге президент США написал, что признает право людей выражать свое мнение, но вместе с тем высказал недоумение по поводу состоявшихся массовых акций и участия в них знаменитостей. А вот в его команде комментарии по поводу митингов и освещения церемонии вступления президента в должность СМИ были гораздо жестче. По мнению советника Трампа Киллиан Конуэн, демонстранты лучше бы помогли тем американцам, которых предыдущая администрация оставила в нищете и без медицинской помощи. А руководитель аппарата Белого дома обрушился с критикой на журналистов. Райнс Прибус в эфире Fox News заявил, что они намеренно распространяют недостоверную информацию, пытаясь лишить президента легитимности. В нечестности прессу обвинила пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер. Он обратил внимание на то, что СМИ всеми силами старались занизить масштабность инаугурации Трампа, пытаясь сделать сравнение не в его пользу. По словам Спайсера, некоторые намеренно распространяли такие снимки, чтобы складывалось впечатление, будто площадь у Капитолийского холма, где проходила церемония, пустовало.